Здравствуйте, вы смотрите программу тьютера. О всех аспектах процесса обучения в московских духовных школах мы беседуем с теми, кто помогает студентам здесь учиться. То есть с тьютерами. И тема сегодняшней нашей встречи – инициатива студенчества. С вами Михаил Федоров и Альвиан Хилидзе. Наш гость будет с минуты на минуту. Священник Алексей Котельников – тьютор и помощник проректора по воспитательной работе Московской Духовной Академии. 1980 года рождения. Окончил Белорусский Национальный Технический Университет, Московскую Духовную Семинарию, Московскую Духовную Академию. Рукоположен в Диакона в 2009 году, в Освященника в 2011 году. Бачка, вы за или против инициативы студентов? Безусловно, за. За какую инициативу? за разумную инициативу в первую очередь. А что значит разумная инициатива? Разумная инициатива значит э, означает такую инициативу, которую возможно и реально воплотить в тех условиях, в которых мы находимся. Но ведь в духовных школах довольно жесткая дисциплина, многочисленные послушания. Как с этим согласуется желание студентов проявить свою инициативу? Нормально согласуется. Жесткая дисциплина и послушание не э, уничтожают человеческую душу и не отключает какие-то ее функции, направленные на созидание. И поэтому как раз-таки в рамках, когда человек э, умеет организовать, или, скажем, еще не умеет, но должен в силу внешних обстоятельств организовать э, насыщенный событиями свой день, э, он и может в оставшееся время э, проявить и свой внутренний мир, и в компании со своими единомышленниками э, проявить какую-то инициативу. А если говорить о масштабах всей Церкви, что в ней важнее, послушание или все-таки инициатива? Это два немножко разных понятия. Если говорить и о Церкви, о любой светской организации, о любом обществе, есть некое руководящее лицо, которое ставит конкретную задачу. И если вы являетесь подчиненным, то эту задачу вы должны выполнить. И в этом плане вот это вот подчинение или как послушание, которое, о котором мы говорим в Церкви есть, было и будет. Обратная сторона, что вы даже это послушание свое и эту свою работу можете выполнять творчески, нестандартно. И если цель достигается, средства разумные, то ничто не мешает вам и проявлять инициативу, и подходить, как сейчас модно говорить, креативно к выполнению вашей работы. Вы учились и в светском вузе, и в духовной семинаре. На ваш взгляд, кто более э, инициативен? Семинаристы или студенты светских вузов? Я бы вообще не стал разделять людей на семинаристов и студентов. В целом на семинаристов и учащихся в светских вузах. Мы, в общем-то, одного поля ягоды. Мы все учились практически в одинаковых средних школах. Все выросли в тех или иных детских садах. Многие из нас учились, как было уже упомянуто здесь, в вузах. И поэтому это разделение, наверное, несколько искусственное. Одинаковые инициативные люди и там, и здесь. Другой вопрос, что находясь в стенах духовных школ и проходя здесь весь круг жизни, весь суточный круг жизни, мы здесь и живем, и питаемся, и учимся, и досуг какой-то свой проводим, вот в этих условиях наша инициатива может быть более заметна и более сконцентрирована именно здесь внутри. Почему виднее? Ну, потому что инициатива, которую проявляют студенты в ВУЗе, она чаще всего реализуется вне стен ВУЗа. Есть некие личные увлечения, некие хобби, некие свои компании, которых в ВУЗе практически не видно. Наше же общество в силу закрытости, в силу условия нашего, наших здесь пребывания, вот, оно способствует тому, что все наши инициативы, или, по крайней мере, их большинство, реализуются именно внутри, в стенах. А отсюда более заметный для окружающих и для самих духовных школ, безусловно, тоже. А если к вам подойдет студент с предложением введения каких-либо новшеств, что вы сделаете? Попытаюсь осмыслить его предложение, и если, на мой скромный взгляд, оно окажется разумным, приложу все зависящие от меня усилия для того, чтобы это новшество было реализовано в нашей жизни. И часто к вам подходят студенты? Бывает. Случается. И как часто оказывается так, что вы находите их предложения разумными? Ну, достаточно часто. Чаще всего разговоры о инициативах происходит не в формате начальник подчиненный, а в формате более приятельском, более дружественном. В формате просто того, что один человек делится с другим своими внутренними переживаниями, своими впечатлениями, своими пожеланиями, и иногда из этого что-то вырастает. Можно Чуть-чуть поподробнее о студенческом совете, что это и зачем. Студенческий совет ⁇ это совещательный орган, в котором э, принимают участие, трудятся студенты, избранные э, представлять э, свои группы. Э, студенты делятся своими проблемами, предлагают пути их решения, и таким образом э, через вот этот совет... Эти инициативы студенческие, эти проблемы и предполагаемые варианты их решения э, доносятся до руководства наших духовных школ. Театр. Обычно церковь негативно относилась к театру еще с древнейших времен. А тут у будущих пастырей свой театр. Нельзя обобщать отношение к церкви к какому-то явлению и во все времена. Мы четко знаем, что есть некие греховные проявления человеческой натуры. И к этим греховным проявлениям действительно во все времена относимся отрицательно. Стараемся их исключать из нашей жизни. В тех же случаях, когда та или иная деятельность способна приносить добрые плоды, безусловно, церковь и начале, будет к этим плодам относиться положительно, позитивно. Вот. Театр как раз такая сфера деятельности, где возможно и добро, и зло. Собственно, как и во всей нашей человеческой жизни. Поэтому в стенах московских духовных школ существует студенческий театр театральный кружок, который вырос из группы студентов, активно помогавших в проведении ежегодного рождественского праздника для детей, рождественской елки. Но теперь уже, безусловно, этот кружок оформился как совершенно самостоятельная группа и продолжает трудиться вот в этой своей очень интересной сфере донося что-то доброе и светлое до своих зрителей через э, искусство на сцене. Хорошо, расскажите тогда о миссионерском отделе. Миссионерский отдел ⁇ одно из э, подразделений Московской духовной академии, цель которого при любой возможности э, попытаться донести слова о Христе, слова о Боге. До той или иной аудитории. Таковыми аудиториями могут являться различные светские образовательные учреждения, начиная от дошкольных, средней школы, а также высших. Кроме того, это могут быть различного рода социальные учреждения, такие как детские дома, для ма, для уходу за престарел... по уходу за престарелыми, вот. в том числе и воинские части безусловно. Везде, где существует некая напряженность, где существует некая проблематика. Везде, где э, мы можем быть услышаны, там студенты, э, трудящиеся в миссионерском отделе, э, проповедуют, рассказывают, делятся своим жизненным опытом. А учитывая, что наше современное общество, в общем-то, э, и представляет собой э, такой комок этих самых проблем и комок этой самой напряженности, вот, то, безусловно, деятельность самого отдела и... То, что предлагают, тот опыт, который предлагают э, наши братья, студенты, оказывается очень востребованным в, в современном обществе. Существует ли обязательная практика для студентов в миссионерском отделе? Э, такая практика существует в рамках преподавания предмета миссиологии. Вот. Ее существенное отличие от э, трудов в самом миссионерском отделе в том, что э, она происходит после соответствующей подготовки. Тогда как э, студент-миссионер, чувствующий свое призвание, может по порыву души принимать участие в работе отдела, даже, может быть, не имея еще какого-то специального богословского образования. Журнал Встреча. Что это за журнал? Кем и для чего он делается? Опять-таки, студенческая инициатива, одна из многих наших духовных школ, делается студентами, но не только для студентов. Попытка через печатную продукцию в данном случае через вот такую форму, опять-таки поделиться своим внутренним миром, поделиться тем, что волнует, донести до аудитории, читающей аудитории, свои переживания, свои наблюдения, свои мысли. Журнал существует в рамках наших духовных школ именно студенческими силами. Главным редактором журнала является один из наших студентов. И также всю редколлегию составляет наше студенчество. Поэтому вот это собственно говоря, самое что ни на есть студенческая инициатива от начала до конца. А какие у нас есть еще студенческие инициативы в московских духовных школах? Много различные, начиная от того, что в свое время студенты предложили руководству духовных школ найти возможность и создать спортивный зал. И сейчас он у нас существует, там проводятся занятия по физкультуре. Вот. Кроме этого, безусловно, различного рода мероприятия культурные, такие как поездки в музеи, экскурсии, паломничество, которые осуществляются также в рамках тьютерской деятельности. Более частные инициативы не всегда видны нам в масштабах всех духовных школ, но сами по себе студенты часто собираются вместе и составляют какие-то кружки, играют и поют некоторые песни. И все возможные творческие форматы, которые могут вместить в себя студенческую душу, они так или иначе более частным образом также представлены в стенах наших школ. А каких инициатив на сегодняшний день не хватает в московских духовных школах? Инициативу нельзя придумать искусственно. Инициатива — это проявление состояния души студента. Поэтому нельзя сказать, что вот не хватает той инициативы или этой. Те инициативы, которые есть, они рождены душами наших студентов, реализуются. И как только какая-то очередная душа созреет к очередной инициативе, она обязательно проявится у нас здесь. Это программа Тютра, подготовленная к киностудии богослов. Сегодня мы с вами говорили о студенческих инициативах семинаристов. С вами был Альвиан Хилидзе и Михаил Федоров. До встречи!